Вот и наша кавказская овчарка. Рексик. 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 Иди сюда. Иди, папе. Иди, папе. Иди. Вот у нас мальчишка. Рексик. Сидеть. Сидеть. Рексик. Сидеть. Молодец. Мальчишка наш. Скажи, всем привет. Не хочешь, да? 5 месяцев. Весь, конечно, как бабуин. Но корни, конечно, 7-10 литров в день. Сутки получается. Рексы. Рексик. Рексик. Рекса. Он мне помощник главный в гараже. Большой уже, очень. У нас получается. Рекс, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Рекс, сидеть. Сидеть. Кто же говорят, невозможно их приучить. Да все возможно. Рексики. Так что, которые мне писали ВКонтакте, брать, не брать. Берите. Вам воспитание нужно. Очень жестко воспитывать надо. И гулять, получается, с ними надо.